Здорово, пацанчики, вы не богатые, у вас нет айфона, но вы каким-то образом достали продукцию от BitMonsters. Подключая эту гарнитуру к вашей Nokia или любому другому устройству, вы понимаете, что звук из наушников просто полное дерьмо. По-простому говоря, все дело вот в этом переключателе, вот в этих трех кнопочках. Если их зажать, то звук становится нормальным. Итак, что мы будем делать? Смиримся с судьбой, безысходность, и отдадим эти наушники владельцу айфона, или же продадим и купим себе бутылочку Яги, или же запаяем все эти три кнопки. Сложновато, проще купить айфон. Перемотаем их скотчем, помогает ненадолго, проверено. Просто берем, заклеиваем их, хотя мне проще запаять, но я все-таки заклею их клеем. А еще проще что-то подложить между вот этой кнопочкой и пластиковой крышкой сверху, которая олицетворяет кнопку. Но заклеить было бы проще. Клеим! Ну все, дело сделано. О мой супер момент, без тебя я бы паял. Подключаем ваши понтовые битмонстры к вашей Nokia и показываю неприличный жест доктора Дре. Yes, лайфхак. Будем делать. Come on, bring it to me, 'cause I'm